Наверняка вы собираетесь пойти на выставку Репина в Третьяковскую галерею вместе со своими детьми. А знаете ли вы, что первое, что сделал маленький Илья Репин, это была бумажная лошадка, которую он вырезал и приклеил к окну собственного дома. Зеваки уже тогда на улице собирались посмотреть его маленькие вырезанные работы. А как он стал великим художником? И кто эти люди на его картинах? И вообще, как смотреть картины Репина? Вот об этом мы и поговорим с вами и вашими детьми на лекции. Приходите.